И продолжение спортивной темы. Рекорд по отжиманиям установил армянский атлет и сразу попал в книгу Гиннесса. С новоиспеченным чемпионом встретилась Лилит Мадонс. 27 отжиманий за 48 секунд на руках. Эти кадры сделали знаменитым армянского спортсмена Манвела Мамояна. Видеозапись отправили в Лондон. В ответном письме пришел заветный сертификат. Рекорд зарегистрировали в книге рекордов Гиннесса. Останавливаться на этом Манвель не намерен. В этом году он собирается побить еще 10 рекордов. Например, простоять, опираясь только на указательный и средний пальцы рук, дольше, чем это сделал предыдущий рекордсмен. Я собираюсь в дальнейшем не только себя так вертикально держать на обоих руки, именно на пальцах, а еще и делать упражнения отжимания. А еще Манвел намерен отжаться на тыльной стороне ладони 89 раз и поставить новый рекорд по упражнению брюшного пресса. Когда Манвел оканчивал школу, он с отцом пришел ко мне и попросил зарегистрировать его первый рекорд. Он знал, что в армянском аналоге книги рекордов Гиннесса есть рекорд по брюшному прессу. В своей возрастной категории он решил побить именно его и сделал упражнение 3511 раз за 2 часа 46 минут. Все свободное время Манвел проводит в спортзале. Кроме силовых тренировок, занимается дзюдо, греко-римской и вольной борьбой, а также гимнастикой. Я к спорту отношусь как к науке, изучаю все время и нахожу новые подходы. Сейчас Манвел мечтает покорить Европу, потом стать чемпионом мира по дзюдо, а затем и завоевать звание олимпийского чемпиона. Лилит Мадунца, Арман Симонян, Мир 24.